Здравствуйте, дорогие друзья, с вами телеканал «Россия 54», и это наш еженедельный выпуск «Гордей Аранди». Представьтесь. Вадим Спиридонов, лучший ведущий данного шоу, непревзойденный, как бы. Сейчас мы можем наблюдать третье шоу «Гордей Аранди». А четвертое когда будет? Четвертое? Четыре. Ну, несложно догадаться. Проходим. Поздоровайтесь. Здравствуйте. Вот они, люди, которые съезжаются каждую неделю на наше шоу. Пожалуйста, Владимир, скажите, что у вас счастье на данном шоу. В прошлый раз вы случайно попали какими-то выделениями. Случайно устроили теракт. Нашего оператора. Что произошло сегодня? Я хочу прокомментировать эту ситуацию. После этого я поехал в больницу. У меня обнаружили в крови повышенное содержание углерода, водорода, эрбия и радиотория. После этого я неделю провел в больнице, и сейчас даже меня выписали, я поехал на еженедельный съезд. Спасибо большое, Владимир. Что вы хотите сказать, Александр? Спасибо большое, Александр. Многословно. Макар? Хочу пиццу. Макар – человек, который в прошлый раз показал нам свою бабочку, так называемую бабочку смерти. Пожалуйста, Макар, продемонстрируйте еще раз. Вот это так называемая не бабочка, а жужелица. Могу продемонстрировать. Да! Пожалуйста, не надо оваций. Хорошо, и пойдем к нашему десерту, так скажем, главе нашего шоу, звездному гостю, человек, который приехал из Америки для того, чтобы снять с нами выпуск. Чё я, мама? Я, блядь, в Кемерово родился. Сейчас не об этом. Сегодня у нас как бы юбилейный выпуск в честь нашего фаната, который не смог прийти на текущий съезд, это Борис Захаров. Он очень сильно просил, чтобы мы сделали для него лично кулинарное шоу, что для нас не является вообще ни одной проблемой, ноль проблем. И в этот раз мы будем готовить суши. Нам нужна дощечка, вот такая. Вот тут вот это обязательно. С QR-кодом. Да, чтобы закладку не пришлось искать. Нам нужна начинка. Вот, такая хорошая, добрая. Так называемый сучий потрох. Сучий потрох. И нам нужен рис. Что мы делаем? Пожалуйста, извините, Гордей Рамзи, вопрос из зала. У нас есть так называемое очень редкое блюдо. Это так называемая закладка. Она настаивалась целую неделю для этих суши. Ну, то есть это нельзя. Так ты мою закладку спиздил, получается. Кстати, да, хочу рассказать историю жизни. Я попал в тюрьму, как бы, и меня отправили в камеру к Навальному. И, короче, я когда зашел, за камерой настолько офигели, они аж уронили свою трубку с крэком. И ладно свою. А мою-то зачем? Так, ладно, продолжаем. Извините, последний раз, все, больше не отвлекаю. Извините, а что это за QR-код? Это очень важный QR-код. Интереснее, что за это порошок. Аукцион мамы Семена вроде. Так вот. Извините, Александр, не надо. Да иди надо. Да вы задолбали, да, знаешь. Так вот. И мы должны использовать разный рис. То есть вот есть рис от Тесс, есть Гринфилд. Апогенез, я дрочу, блядь. Сейчас не об этом. Высыпаю. Гордей Рамзи, нам не особо интересно, что вы делаете вечером. Постоянно. Так вот, и мы должны добавить... Нет, крошить не надо, посмотри, она уже в идеальной кондиции. Мы кладем одну. Ну, какая вкуснятина. И вот так вторую. Извините, а кто будет это пробовать? Конечно же... Горбушко! Нет, не сегодня. Также мы добавляем риса сверху. Бориса Захарова. Бориса и Бориса — это разные вещи. Ебаниса? Ты долбоёб. Ну там пока дел. Произошла некая накладочка, да? Что с этим там не делать? Да все. Там блюз есть? Боже! Наша съемочная группа в срочном порядке решила
Да, из вашего туалета будете говорить? У нас сейчас санитарное неожиданное решение покинуть съемочную площадку. Мы сейчас перемещаемся на следующее место. Нет, там все уже вышли. Быстрая рекламная пауза. Ну, а мы продолжаем. Да если спали, что было, это пизда. Да, конечно. Паузу поставь, потом я снимем. Владимир, выскажите по этому поводу. Я не знаю, ну, нам приходится покидать нашу съемочную площадку. А у меня в носу что-то застряло. А где, кстати, остальные наши? Кизуля какая-то. Остальной персонал съемочный. Персонал? Персонал, прямо. Александр, выскажитесь по этому поводу. Это просто капец. Ужас?